Как дела, брат? Нормально, как сам? Все, можешь, не меня... говори, не говори, что ты ездишь. Можешь официально меня поздравить и выразить свое мнение. Адекватное мнение. Он серьезно ездил, да? В смысле, ты так говоришь, как будто я не знаю. Ты дурак, что ли? Как можно на ней ездить, брат? Ты посмотри на UV. Стыдно, брат, на ней ездить было, честно. Чего? Нет, здесь дело не в том, что она... Сколько она стоит? Она лям 800. Ошалеть, брат! Я бы лучше на битой семерке ездил, честно. Мне вообще не нравится. Что? Скажи, что ты пошутил, чтобы вот моя душа успокоилась. Не, реально. Я ее на М-ку бартер сделал. Это позор, брат, честно сказать. Позор. Намного лучше было. Есть 60-ка? Намного. Намного просто. Блин. Надо еще, знаешь, не так стыдно. Стыдно, но не так. Но морда — это вообще ужас. Но если тебе она нравится, езди. Но если ты хочешь мое мнение, мне эта машина не нравится. Я бы на ней не ездил. Мне даже сейчас стыдно туда садиться.